Настоящий праздник спорта и здорового образа жизни сегодня подарили работники городской библиотеки воспитанникам детского социально-педагогического центра города над Бугом. Темой мероприятия в этот раз стали Олимпийские игры. Библиограф Алексей Козич рассказал ребятам о возникновении олимпийского движения, видах спорта и необходимых качествах настоящего спортсмена. Дети с удовольствием участвовали в викторинах и конкурсах, отвечали на замысловатые вопросы и тестовые задания. Цель данного мероприятия – это посвящено здоровому образу жизни, чтобы дети могли бы не просто где-то дома сидеть, а приходить в библиотеку, просвещаться и узнавать очень много интересного и полезного. Кроме теоретической части, в программу мероприятий входили настоящие спортивные состязания. Импровизированный боулинг и эстафеты подарили массу незабываемых эмоций. Разделившись на две команды, ребята соревновались с таким азартом и запалом, как на настоящих Олимпийских играх, где главное не участие, а победа. Некоторые из воспитанников участвуют в подобных мероприятиях не впервые и отмечают, что с каждым разом праздник становится все более интересным и разнообразным. Мне нравится, то, что нам задают всякие конкурсы, мы можем посмотреть таких замечательных роботов, то, что тут можно почитать журналы, книги, можно узнать много интересного и нового. Кроме основной программы литературно-спортивной эстафеты, ребята увидели экспонаты выставки роботов преподавателя Политехнического университета Александра Годуна. Словно пришельцы из космоса, они двигались и шевелили своими пластмассовыми и железными руками. Дети с удовольствием с ними познакомились и даже хотели привлечь их к своим играм и состязаниям.